на этой неделе отмечается год с начала тех событий, которые, собственно, изменили нашу с вами жизнь до неузнаваемости. Лично я убежден, что вся та реальность, в которой мы живем, а именно война, именно такие непрекращающиеся экономические, в том числе боевые действия, это следствие не Майдана, это следствие аннексии Крыма, той самой, которая началась ровно год назад. Именно тогда неизвестные захватили Крымский Верховный Совет и Совет Министров Автономии. Потом Россия признает, что это ее войска. На тот момент еще говорится, что это некая самооборона Крыма. Чуть позже станет ясно, что речь идет именно об отторжении полуострова, о его исключении из состава Украины. И все те события, они для нас были самым таким важным поворотным моментом. Этого никто не ждал, этого никто не мог предсказать, и к этому никто не был готов. Давайте вспомним, как происходили те ключевые события годичной давности. Як Крим зрікся України? Одразу після трагічного розстрілу Небесної Сотні на Майдані у Києві 23 лютого 2014 року у Севастополі відбувся багатотисячний мітинг, організований проросійськими партіями та організаціями під гаслами «Крим – це Росія». 27 лютого Верховну Раду півострова захопили озброєні люди у військовій уніформі без шевронів. Вони зняли з флагштока будівлі український прапор та вивісили російський. Так розпочалася неоголошена військова операція з окупації Криму з допомогою російського спецназу та найманців, які називали себе самообороною Криму. Усе сталося дуже швидко. Вже до другої половини березня окупація Криму російськими військами фактично завершилася. 16 березня відбувся так званий референдум щодо статусу півострова. Було оголошено, що майже 97% виборців проголосували за входження Криму до складу Російської Федерації. І тільки 2% за те, щоб Крим залишився частиною України. Уже за два дні Держдума Росії хвалила договір про входження півострова до складу Росії. 21 березня президент Путін підписав указ про ратифікацію цього договору та надання Криму статусу федерального округу у складі Російської Федерації. Однак 100 країн-членів ООН визнали проведений референдум недійсним. І тільки Сирія, Північна Корея, Казахстан, Венесуела, Уганда та Гана підтримали приєднання Криму до складу Росії. Українські війська, які дислокувалися на півострові, здалися без бою. Більшість колишніх військовослужбовців Збройних сил та воєнно-морського флоту, переважно місцевих мешканців, залишилися служити у Криму. Також на півострові залишилася і частина української військової техніки. Как изменилась реальность полуострова за этот год? Как изменилась наша реальность без полуострова за этот год, мы все можем наблюдать. А вот разочаровались ли крымчане в той смене гражданства, которая произошла коллективно со всем регионом? Как живется на полуострове крымским татарам? Что происходит с бизнесом? Вот о всем этом мы будем говорить сегодня с народным депутатом Украины, внештатным советником президента, экс-председателем Совета министров Крыма Сергеем Куницыным. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе вам утро. Доброе. Сергій, ну ось тема, по якій ми вас запросили – Крим – рік в окупації. Але в першу чергу ми давайте домовимося з вами так, що ось у нас дуже багато запитань, звичайно, є. Ми позбирали різні чутки, різну інформацію, і от на вас будемо її перевіряти. Тобто ми влаштуємо таке собі бліц-опитування. Чи правда, що населення Криму вже зараз розчарувалося в російській владі? І якщо це правда, то ви можете назвати якісь основні причини? Ну, кримчанин рядом сидит. Спросите, да. Я могу вам сказать, что... Мы вдвоем в гости пришли. Я спрашиваю. Я вас запытываю. Да. Дело в том, что все относительно, да? Как размышляли люди? Людей зомбировали, сказали о том, что, значит, 20 тысяч бандеровцев рогатых с правого сектора едет вас тут кушать, жрать русских детей. И я сам это слышал, я за неделю до «Зеленых человечков» защищал докторскую диссертацию в Теоретическом национальном университете. И как бы я общался с людьми, которых я знал по 20 лет, и они мне говорили о том, что тут приезжают, тут нас всех сожрут, съедят. Кто-то зомбовало их. Да, да. Поэтому там же было какое, а вот Россия нас защитит, зарплаты будут российские, цены украинские. Поэтому, ну, то, что референдум Липа и Туфта, и то, что там приняло участие чуть больше 35%, это то, что нам, по моим данным, президенту России положили потом секретный доклад на стол. Это да, но... Чи розчарувалися вони тепер уже рік по тому? Знаете, идет тенденция, скажем. На чем они сегодня играют власть крымская? У них единственный остался козырь. Они говорят, смотрите, что творится на Донбассе. Если бы мы были в составе Украины, нам пришлось бы воевать в украинской армии, хоронить наших детей. Полный бред. Да, если бы не было Крыма, то не было бы и Донбасса. Вот, да, да, безусловно. Но людям это преподносят. Хотя, по нашим данным, несколько сот горбов в Крым пришло. Тех, кто
как бы из Крыма поехал за счастьем защищать Донбасс, Новороссию так называемую. И все ж таки, чи розчарувалися кримчани російські? Есть тенденции, уже на заборах пишут, Россия где обещанная. Потому что я вам приведу один пример. У меня, допустим, сестра-племянница работает в школе. Было 17 тысяч рублей по курсу 30 так. зарплата, то есть там $600. Сейчас сделали с Нового года 7 тысяч рублей по курсу 70. Есть проблема с питьевой водой, есть проблема с бизнесом. Платят хорошо зарплату только силовым структурам и немного платили бюджетникам. Но это треть населения Крыма. А бизнесу, а сельскому хозяйству, а туристам, а курорту. Люди же жили в основном за счет этого. То невдоволення нарастает. Невдоволення нарастает. Я не хочу сказать, что там сумасшедшее разочарование, но тенденция очень серьезная к тому, что, потому что люди реально видят, что их жизненный уровень ухудшается. Какой бы да. Крым ни был жемчужина, это изолированная территория. У них, допустим, в моем родном Красноперекопске содовый титан. Это 30% промышленности Крыма. Они практически стоят, потому что санкции работают, экспорт продукции запрещен, сельское хозяйство умирает, рисовочество погибло, воды нет и так далее. По этому питанию зрозуміло. А еще один момент. Вот Рифат Чубаров, в частности, недавно говорил о том, что крымские татары подвергаются гонениям, что от 18 крымских татар похищено, от 8 до 10 человек убиты. Вот у вас есть, может быть, какая-то информация относительно и собственное видение того, что, чего новые власти хотят добиться от крымских татар полуострова? Ну, Россия реально понимает, что на генетическом уровне у крымских татар Москва – это Сталин, который их выселил и который половину нации уничтожил. Поэтому они не воспринимают в большинстве своем Россию, Москву как свою родину. И что делает Россия? Россия идет по чеченскому сценарию задушить, задавить. Они думают, что если они уничтожат Меджлис, как законодательный орган, да, представительный, то очень много приехало чеченцев, дагестанцев, кавказцев. Они пытаются передавить как бы своими боевиками мусульманскими, мусульман Крыма, загнать за Можайск в Меджлис и тем самым пойти по чеченскому схеме, забывая о том, что пружина, которая сжимается, когда-то разожмется и выстрелит. Даже русские цари, они старались найти общий язык, давали княжеские титулы. И в 1823 году из крымских татар, по-моему, два драгунских полка были, которые еврейские погромы в Крыму остановили. И они брали вместе с Кутузовым, ну, Кутузов тогда уже умер, наполеоновский Париж, понимаете? То есть царская Россия, которая так много говорят, она находила общий язык с крымско-татарской элитой. А нынешняя российская элита пытается уничтожить лидеров крымских татар. Ще одна інформація, яка також шириться інтернетом. Чи правда, що в Криму ось за останній час в рази збільшилася кількість російських військових і техніки? Це правда. Моє глибоке убеждення, те, що я бачу, із-за того, що Крим – ізолірована територія, Росія не заінтересована в тому, щоб Крим був як курортний регіон, тому що десятки мільярдів доларів вложені в Сочі, построєна інфраструктура під Олімпіаду, і треба її окупати. Зачем їм потрібен Крим? Із Криму роблять авіаносець. Как он в советское время был авианосцем непотопляемым. Там было 11 боевых аэродромов и 100 тысяч Черноморского флота со всеми там делами. Поэтому сейчас восстанавливаются практически все авиабазы. Да. Размещаются десантные подразделения, боевые пловцы и прочие, так сказать, структуры, ракетчики и так далее. Даже в Кизилташе, где в советское время первый секретарь обкома партии не мог без спецразрешения попасть в односекретную базу, где хранилось ядерное оружие. Крымчане об этом узнали после развала Советского Союза. Есть информация, что туда сейчас завозятся ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки. А на Черноморском флоте 4 боевых корабля, включая крейсер «Москва», которые способны нести ядерный боезаряд. Я прошу прощения, просто такое праздное любопытство. То есть после таких вложений мы все еще надеемся, что мы как-то получим Крым обратно? Суворов говорил, верить в победу наполовину победить. Мы с Пашей... Не, ну верить хорошо, но просто слушайте. Одно дело, я понимаю, что реально есть шансы, что люди захотят вернуться в Украину, да, крымчане? Ну, да. Но насколько пойдет на это Россия, если туда будут вложены деньги, туда будет введена техника, завезены ракеты? Вы представляете, как они за это биться будут? Крым мог бы вернуться, да. Я думаю, что, во-первых, должен смениться путинский режим, по-другому никак. Ага. Во-вторых, знаете, а кто мог год назад сказать, что у нас заберут Крым?
Да? Невозможное стало возможным. Поэтому я лично верю, как крымчанин, у меня там мама живет, отец похоронен, там родственники, полжизни там прошло. Просто я считаю, что там правительство Украины, мне непонятно, почему у нас до сих пор в структуре правительства нет человека, который бы отвечал за оккупированные территории, за Крым и за Донбасс. Это должен быть человек уровня вице-премьера. Если вы спросите, кто в правительстве занимается оккупированными территориями, вам скажут все и никто. Это правда. У нас должна быть госпрограмма, как айсберг, да? Верхняя часть может быть малая, публичная, а нижняя не публичная, стратегия, утвержденная на Совете национальной безопасности по возвращению Крыма и Севастополя. И этим надо заниматься всерьез. Сергей Владимирович Куницын, народный депутат, нештатный советник президента, экс-глава Совета министров Крыма, экс-глава Севастопольской городской государственной администрации, был в нашей студии. Мы с ним обсуждали, как изменился Крым за год.